известная внучка Владимира Высоцкого. Как она выглядит сейчас и чем занимается? Владимира Высоцкого можно с уверенностью назвать одним из самых талантливых артистов прошлой эпохи. Его творчество живет и по сей день, и новое поколение с удовольствием читает его стихи, поет песни. Большой радостью для поклонников этого артиста является тот факт, что его творчество получило продолжение в детях. Старший сын Высоцкого пошел по стопам отца и стал актером. Внучка Владимира Высоцкого Арина не продолжила актерскую династию. Арина – дочь Анастасии, внебрачного ребенка Высоцкого в союзе с актрисой Татьяной Иваненко. Анастасия выбрала другую сферу деятельности. Она поступила в МГУ, изучала иностранные языки. Впоследствии девушка удачно вышла замуж и родила дочь Арину. На сегодняшний день Арине Сахаровой 21 год. И она растет ярким и красивым человеком. Девушка выбрала для себя медицинскую сферу, поступила в мединститут. Она ведет правильный образ жизни, занимается спортом и любит путешествовать.